Я так понимаю, там уже как раз кино заканчиваются. Криперы. Так, Саша, ты молчишь. Молчать. Ошейник. Ну сейчас, мам, запишу, я одену эту штуку. Ребята, я перед началом моего видеоролика я бы вам хотел посоветовать свой сервер. На моем сервере нет обмана, нас здесь хорошая администрация, правда, иногда бывают плохие админы, но считаю, это есть на каждом сервере. И, кстати, ребята, каждый, кто из вас зайдет на мой сервачок, бесплатно получит випку. И это, как по мне, реально очень здорово. И если вы хотите, допустим, увеличить свой донат на моем сервере, то вы можете просто подписать команду get donate, и у вас открывается лотерейный билетик. Если что, его можно открывать раз в 60 минут, и из него вам может выпасть любой донат от VIP. Випа, да, спонсор. Так что давайте сейчас открою, и мне выпал, к сожалению, VIP. Не повезло. И, кстати, друзья, на моем сервере нет обмана донат. Я еще раз повторю, сейчас идут прям огромные скидки на донат, и они будут длиться всего 2 дня. Так что, если что, я вам советую их покупать сейчас, потому что потом они будут реально довольно-таки большими. Все. В принципе, заходите на мой сервачок, у нас с вами будут мини-сходочки. И, кстати, на моем сервере есть довольно-таки крутые мини-игры, такие как Murder Mystery и Бадварс как на Хайпикселе. В общем, я, в принципе, вам все рассказал. Заходите на мой сервачок, IP-сервер будет в описании, версия 1.8.9, ну и по 1.12. Так что заходите, я вас здесь буду ждать. У нас сейчас с вами будет мини-сходочка, IP-сервер будет в описании. Мы приступаем к моему видеоролику, поехали! Bitch, I bet I put on the low. What's up with you, ho? Bitch, you smoking drone. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go. Хей, йоу, друзья, с вами я, Домер, и, ребят, сегодня мы вместе с вами будем гриферить, но гриферить мы с вами будем необычным способом. Мы, ребят, сегодня будем гриферить с помощью криперов. Вот вы только посмотрите, сколько здесь, ребята, криперов. И скажу вам сразу, гриферить мы будем вот этот вот домик. Мы его нашли, и, если что, я гриферю на лаунчере Minecraft Galaxy, ссылочка на него будет в описании, потому что, знаете, вот абсолютно всех серверах криперы просто не взрываются. И это один из немногих лаунчеров, на котором можно с помощью грифера, ой, криперов гриферить. Вот, ребят, как по мне, это капец как круто. И знаете, вот мы специально вот здесь вот построились рядышком, чтобы как раз таки крипера было недалеко вести к этому дому. Потому что у этого чувака здесь вот приват, по-моему, вот здесь вот стоит, а вот здесь вот уже заканчивается. Так что прям, ну вот, все четенько. И, ребята, сейчас мы как раз таки с вами будем гриферить этот домик. Мне даже больше интересно, что там находится, потому что вот, ребята, снаружи вот домик, здесь головы паучков и т.д. и т.п. И здесь вот стоит вот такая вот дверь. Ее можно загриферить, если завести крипера как раз вот сюда вот. И, кстати, заходите обязательно на этот лаунчер, потому что я здесь довольно-таки часто играю. И я думаю, вам сейчас понравится. В общем, короче, друзья, перед тем, как мы начнем с вами гриферить, я бы хотел проверить вашу реакцию, успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк на этот ролик и также подписаться на мой канал. Если вы это успеете сделать за 5 секунд, то завтра под подушкой ищите у себя новенький iPhone X, либо же iPhone 10, без разницы, либо кило пельмени в морозильнике. Так что, ребята, у вас всего 5 секунд. Желаю вам удачи. Удачи, во! 5, 4, 3, 2, 1. Пишите в комментариях, кто, в принципе, успел это делать за 5 секунд. А мы, ребят, сейчас вместе с вами приступим как раз-таки к грифер-шоу. Ну, не приступим, а уже начнем. Во! Так что как-то вот так вот. Поехали! В общем, ребята, уже, в принципе, все готово, прям все четенько. Вот это вот, ну, короче говоря, владельца этого привата вообще на серваке нет, потому что сейчас 11 часов вечера, и это круто, это реально очень круто. И сейчас как раз вот мои соклановцы вот возьмут и выведут крипера, надо ему или помочь, или... Ой-ой, опасно, честно говоря. Вот реально, я раньше, когда здесь вот играл в 2013 году, вот... Столько криперов, я даже так не делал, я просто вот нашел крипера, взорвал и все. Так, окей, сейчас они сказали, что по-быстрому что-то достанут, либо еще что-нибудь. Честно говоря, я не знаю. Ой-ой, хорошо ударил молнии, теперь у нас, ребята, заряженные криперы. Так что взрыв будет еще намного мощнее. Жаль, что криперы не могут взорвать обсидиан. Это было бы реально прям, ну, очень жестко. Правда, у меня бы тогда и дома как раз-таки не было, но окей, ладно, вот. В принципе, почти одного крипера наш
ФПГ. Достал их, кстати. Друзья, ссылочка на канал Артема будет и в описании. Обязательно зайдите и подпишитесь. Он есть еще... Вот он. Щелкунчик. Вот, есть еще это он. Так что... вывели. И давайте... Опа. Повел. Давайте я тогда, что ли, хотя бы одного возьму. Вот этого, к примеру. Так. Эть. Главное, вести его аккуратно. Окей. Так, тут, в принципе, ямка. Мне даже, ребята, как-то стрёмно, честно говоря, потому что если он сейчас где-то там бомбанет, то это будет капец как не круто. Давай, сейчас, братан, ты вот взорвешь эту дверь, а я вот просто этого крипера рядом поведу, окей. Так, я тогда сейчас по-быстрому вот просто беру, перехожу, перезахожу, чтобы он от меня отагрился, во. Так, и чё, вы уже дверь взорвали? Да. Блин, я не успел это заснять. Смотрите, сейчас у нас крипер проходит. Опля! Тынь. Сейчас надо его в уголочек. Вот. В уголочек. Ага. И типа, чё? Типа, вот сюда вот его? Я просто не... А, здесь тоже уголочек есть? А, во-во-во. Вот сюда вот его можно, в принципе, поставить. А ну иди, давай. Дорогой. Знаете, здесь, ребята, мне больше всего нравится. Это раса эльф. Так, я его зафиксировал. Давайте. Я его бомблю. Ой. О, вот это, друзья, шмот. Вот это вот шмот. Так, главное сейчас это все по-быстрому подобрать. Здесь, ребята, дофига сетов и всяких буров шахтера. Это круто. Надо сейчас тогда по-быстренькому на холм сбегать еще за крипером, потому что там реально довольно много сундуков. И мне это еще капец как больше нравится. Вот, знаете, там единственный его минус был в том, что там, ребята, был уголок. Я, к сожалению, не заснял то, как мы бомбанули вон ту штучку. Так, я тогда вот эту всю дичь как раз его сюда вот сложу. Так, вот так вот, сундучки. Опля. Прям, ну, все четненько. Так, весь лишний хлам я тоже выложу. Так, и чё, типа, ага, вот я вижу, криперов он достает. Поскольку я ребята, криперов вообще доставать не умею, это у нас будет делать ФПГ. ФПГ. Так что все четненько, давай. Реально. Кстати, я думаю, можно будет с вами поубивать игроков. Во-во-во. Идут. Толпа, знаете? Ладно, я тогда на себя хотя бы, что ли, одного возьму. Так, промазал. О, отлично, найс. Он на меня заагрился. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. А ладно, сейчас я его тогда заведу вовнутрь. Главное, чтобы он как раз там внутри уже не бомбанул. Так, заводим его аккуратно, чтобы я был в поле зрения этого крипера. Так, давай, братан. И, кстати, друзья, знаете, в чем есть прикол? Ой, осторожно, заходи, давай, дорогой, давай. Сейчас главное, знаете, вовремя просто взять и перезайти. Здесь у него, кстати... Так, я успел. Знаете, я просто не увидел кнопку, типа, выйти на другую галактику, вот реально. Он взорвался, вот он. Это мой ведь? Чё он такой багнутый? Ой, боже мой, ребята. Так, может эти сундучки взорвать? Взорвать? Или как эти взорвать? А, здесь тоже, типа, уголок или чё? Или его сюда протолкнуть? А, сюда можно? А, там где пусто, я понял. Ладно, я тогда отойду, просто буду шмот подбирать. Или давайте я его долбану, что ли, разок. Так, крипер не двигаться. А если я его ударю, я же, возможно, умру. Ладно, в принципе... Так, чё, куда он идет? Ой-ой-ой. Ага, теперь... Ух ты, смотрите, ребята, здесь еще вверху в голограммах лежит шмот. А где крипер? Вот он. Может, там, где пустые сундуки, ребята? Я просто не знаю. Или они его собираются наверх провести? Я просто не знаю, куда. Наверх, вниз... Ага. Значит, сюда. Опля, давай. Давай. Сегодня, друзья, вот, так сказать, этот видеоролик будет посвящен тому... Вот этому вот грифу, так сказать. Ну, просто здесь будет всего лишь один домик. Потому что здесь реально капец, как долго вот это вот все делается. Давайте. Я не знаю, почему у нас крипер немножечко туговатый такой. Он просто все время уходит в другую сторону. Так. Стоямба, братан. Может его сразу бомбануть, а? Да давай, пробел. Опля. Так, ударьте его кто-нибудь. Ой, ударил. Во, чётенько. И чё здесь у нас лежит? А здесь у нас конфета нарцисс. И дофига, ребята, редстоунских блоков. Это хорошо. Но, блин, хотелось бы найти алмазных блоков. Ага. Здесь, я так понимаю,
лежит вот здесь, вот алмазик. Нам главное будет сейчас довести криперов до этого уровня, чтобы как раз таки там и взять эти алмазики. Ой-ой, божечки ты мой. Я тогда сейчас отнесу все ресурсы. Офигеть, друзья. Вот реально, я не думал, что, типа, такой домик. Я такие дома, честно говорю, скажу вам сразу, я их ни разу не грифлил. И, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам данный видеоролик. И, кстати, знаете, в чем есть прикол? Вот я сейчас, ну, мне шею шевелить нельзя, там, влево-вправо, потому что я ношу вот эту, короче говоря, шнягу. Ну, потому что я немножечко рукожоп, как обычно. Я тогда на себя беру вот этого вот крипера и также его завожу. Давай, дорогой, пошли. Опля. Так, я его тоже завожу. Ой-ой-ой, осторожно. Так, он немножечко у нас туговатенький. Ну давай, заходи. Сейчас главное, друзья, как обычно, вовремя выйти, либо наверх. А хотя, может, его наверх сразу? Я тогда его наверх поведу. Так, давай, родной. Потихонечку, не спеша. Ой-ой. Я успел выйти? Надеюсь, да, потому что, знаете, он просто начинает взрываться, и я такой, чё? Так, где крипер? Он взорвался? А, вот он. Давайте я его на себя загрю, что ли, и пойду наверх. Так, иди сюда. Эй, нет, плазма. Блин, меня это плазма смущает. Фух, вы не пугайте, я уже реально подумал, что это крипер поднимается. А вот он. Так, что здесь? О, это типа гвард или что это? Так, давай, родной, давай, ко мне. Вот я хочу вот в этой части нужно встать, чтобы это все взорвать. Так, давай, бум. Это больно. Так, нажимаем домой. И сейчас бежим туда. Сейчас, кстати, уже наступила ночь. Я думаю, ладно, факела я здесь прокладывать не буду, потому что нужно как раз-таки сейчас туда быстренько добежать. Вот так вот, оп, заходим. И я так понимаю, здесь уже крыша... А нет, тут крыша из обсидиана. Интересно, что там выпало. Ух ты, ребята, смотрите-ка. Здесь какая-то кирка, обсидиановая кирка, ничего себе. У нас, по-моему, по-другому выглядит. Так. Я уже испугался, думаю, здесь еще один крипер. И, в принципе, медный блок. Здесь ничего такого ценного не было. Потому что надо было здесь взрывать, а я взорвал здесь. Ладно, у нас, в принципе, еще криперы есть. И надо его сейчас поближе к сундучкам, да? Поближе, толкаем. Давай, родной, пошёл. Меня это так прикалывает, потому что, блин, грифери с помощью криперов, знаете, мы еще таки настолько маленькие, что крипер намного выше нас. Так. И типа. Давай, бум! Бум! Ой! Я опять, ребята, умер от крипера, и вы только посмотрите, какие там ресурсы. Я сейчас прибегу, надеюсь, они не залутают, чтобы вам показать. Я, кстати, подобрал, это посох мороза. Посох мороза я его тогда сразу выложу, потому что мне его реально капец как, ну, жалко. Эй, чётенько. Мне уже, ребята, нравится данный гриф. Данный гриф капец как нравится. В общем, друзья, сейчас, опять же, возвращаемся на это же место. Да, мама, я сейчас записываю, если что. Кто сказал, на сколько времени? Сейчас. Так, мама, все, тихо. 40 минут страшно. Ну я просто слишком быстро записываю. Так, в общем, друзья, сейчас смотрите, как мы делаем. Ух ты, здесь, оказывается, они шмотки не подбирали. И, ребят, возьмите кто-нибудь посохи Деда Мороза или Мороза. Офигеть, здесь есть 28 ядерных ТНТ, деревянная кирка, способная добыть блок камня края. Ничего себе, ребята! Во, пасхальное яйцо, это же можно делать еще больше заряженных криперов. Я тогда сразу пропишу команду home, чтобы подождать 10 секунд, 9-7. Мам, сейчас я запишусь и одену эту штуку. Так, мама, не свистеть дома, денег не будет. В общем, друзья, сейчас мы, короче, выкладываем вот эту шнягу вот сюда вот, потому что у нас осталось только 3 свободных сундука, либо у нас здесь все свободны. У нас здесь очень много конфеток, и это капец как круто. Мам, если хочешь, можешь присесть. Так, не свистеть. В общем, друзья, теперь... Ух ты, еще. Ага, я так понимаю, там уже краски у нас заканчиваются. Криперы. Так, Саша, ты молчишь. Молчать. Ошейник. Ну, сейчас, мам, запишу, я одену эту штуку. В общем, так, у нас тут все потихонечку идет. И надо как раз... Можно я крипера возьму, ребят, по-братски? Опа, я его взял. Он не выходит. Он вышел! Ладно, идем потихонечку. Не спеша.
весь прикол в том, что я уже записываю данный видеоролик 11 минут. 11 минут! И в конце, я думаю, мы с вами подведем итоги, типа, что нам выпало. Ой-ой-ой, надо же идти, он же сейчас взорвется, ребята. Я реально сейчас просто... У меня сейчас, понимаете, по центру экрана стоит штатив. И я просто то, что сейчас происходит в центре, вообще не вижу. Так, давай, родной, заходи. О, мы, кстати, добрались уже до этих алмазных блоков. Сейчас мы нажимаем нано. Нано, высаживаемся. Прям все четенько. Вот он мой крипер. И что, давайте я тоже опять его взорву. И сейчас, как обычно, я понял. 5 минут у меня еще. Ой, ребята, вы не пугайтесь. Так, он выходит. Стоямба. А ну, пошел обратно. Пошел. Так, я его сейчас бомбану. Ой, бум. Бум-бум. Ребята, здесь алмазики, я вижу, еще какая-то фигня. Проекторы, если я не ошибаюсь. Ой, я потерял факел, блин, их же было дофига. Капец, как обидно. Вот зачем мне алмазы, я ведь факел это просрал. Ух ты, тут еще один крипер. Четко. Охренеть, ребята, раз, два, три, четыре. Здесь дофига алмазных блоков. Вы понимаете это? Дофига алмазных блоков. Я не могу подобрать алмазы, у меня нет места. Я могу штаны как бы одеть. Что еще могу одеть? Да ничего, у меня просто нет мест. Охренеть, ребята. Знаете, вот столько алмазов я видел на этом сервере только один раз в своей жизни. Это когда... Когда... Меня чувак прописал и сразу потом выписал. Вот реально. Так, здесь... Что это такое? Осколок каменного сердца. Нифига себе, ребята. Я просто в шоке. Вот реально, знаете, какой-то гриф немножечко простенький, но у нас закончились криперы. Я думаю, сейчас будем как раз-таки заканчивать, но... я тогда... Во, еще один крипер там нашелся, но... Сейчас, я думаю, можно еще второго наверх пока не надо. Ага, понял. Понял. Второго наверх пока не надо. Я, кстати, состою в клане, он называется Ревенант. Вроде бы правильно сказал. Так, что у нас осталось? У нас остался последний сундук. Поднимайся. Чё, подниматься наверх или я не вдупляю? А, во-во-во, вижу, поднялся. Чё, бум-бум, бомбанём немножечко. Так, крипер, ты куда? Родной. А, где взрывать его? Скажешь, как добить. Давай, я готов. Бить, его бить. А, ты уже ударил, бум. И здесь у нас, ребята, ух ты! Это у нас МЦГЛ, 7 лет, подарок на 7-летие. Галактики дает возможность телепортироваться в посещенную ранее точку на карте. Охренеть, друзья, это же шедевр. Это же, понимаете, если я умру в шахте, беру, одеваю эту шнягу, как ее одеть? Дайте мне ее одеть. Блин, я не могу ее одеть, я так понимаю, она с какого-то определенного уровня. Охренеть, ребята, капец. Вот реально, просто парочку криперов, и я уже окупился. Если что, я играю сейчас на Хантер, я попал на это через нано. Так, давайте бомбанем его, главное сейчас эту штуку не профукать. Так, толкаем его, толкаем. Так, стоям, ты куда? Родной ты мой. Так, аккуратненько. Так, он выходит, ребята. Это мне капец как не нравится. И, кстати, хочу вам сказать, что я добавляю активных подписчиков, друзья, ВКонтакте. Вы там всего лишь лайкайте две фоточки, и вы, в принципе, уже в друзьях. Так, бум. Бум-бум-бум-бум-бум! Бум. Там, кстати, что-то выпало интересное. Но, как обычно, у меня все пропало. Ладно, я тогда выложу. О, хотя зато, знаете, шлем не пропал. Это круто. Мне прям интересно. Какой чувак там живет? Вы просто его ресурсы-то видели? В моем доме, знаете, вот в моем доме, ребята, лежит всего 10 алмазов. 10 алмазов. А здесь... Ух ты, еще. О-ля-ля. Водка. Две водки, ребята. Кость огра. Защитное поле. Офигеть, я, ребята, всегда мечтал найти защитное поле. И оно просто здесь. Матерь божья. Кактус мне в рот. Я в шоке, ребята. Вы понимаете, сколько здесь ресурсов? Я думаю, сейчас мы тогда до конца взорвем верхний этаж. Правда, ролик уже получается на 15 минут. И я думаю, друзья, что на этом можно и заканчивать. Потому что реально капец. Мы просто загриферили один домик. И у меня получилось это все на один видосик. Так, у меня реально, точнее, у нас уже закончились места в сундучках. Кстати, если что, ссылочка на игру будет в описании. Это, если что, лаунчер. Так, главное вот это вот все выложить. Стаки лазуритных руд, вы понимаете? Там крипер стоит. А, там крипер стоит, так что еще не заканчиваем, да. Один еще.
надо сейчас тогда продолжать. Кстати, друзья, вот реально, сейчас подведем итоги, я думаю, можно будет заканчивать. Если что, ссылочка на клан будет в описании. Кстати, ссылочка на канал Артема также будет в описании. Это, если что, вон тот маленький гном, который... гном. Это эльф. Где он? Вот он. Противник увернулся от удара. Мы все эльф. Так, что взрываем? Бей. Бум! Ой. Ух ты, а что это такое, ребята? Клановый щит. Клан... хозяин щита... Альфа Центари. Ух ты, ничего себе. Что он делает? Ладно, в принципе. Канал, если что, Рокорок канал, если что, в описании все будет. А, в общем, друзья, поскольку ролик у меня уже идет 16 минут, что-то он немножечко затянулся, я думаю, можно будет, в принципе, на этом и заканчивать. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. И вы это, подписывайтесь на мой канал, а то меня мама убьет. Слишком, знаете... итоги, что на игре Фали. Сейчас покажу. А то меня мама убьет чисто из-за того, что я снял вот эту штуку. Вот эту вот штуку. Просто у меня тут кое-какая шняга. Так что как-то вот так вот. Так, друзья, сейчас мы подведем с вами итоги, что мы добыли. Мы добыли дофига просто сетов шахтера, дофига редстоун блоков, плутоновый аккумулятор, дофига стаков алмазов, добыли ядерных синтезаторов, я не знаю, каким пользуюсь, но это круто. Потом добыли посох мороза, тоже хрен знает, что он делает. Добыли ледяную дубинку, добыли и еще ядерных ТНТ. Добыли два алмазных блока, ЦПУ, процессор добыли. Это хорошо, просто понимаете, я специально вот так вот поворачиваюсь, чтобы посмотреть, что мы там добыли. Отрыли, не видно. Добыли дофига ДНК пасхальных, потом плутоний, хз, что он делает, но... И здесь, ребята... А два стака, ребята, золота, вы понимаете, два стака золота, раз, два, три стака обсидиана, боекомплект для ракетомета, матерь божья, водки две штуки, какой-то ключик, потом яичко, потом еще конфетки добыли, блин, это же можно питаться. В общем, друзья, короче, реально вот. Сейчас мы загрифили капец как много. Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. И напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы подобных видеороликов. И также напишите в комментариях, хотите ли вы ролики с мамой, и либо же с веб-камерой. И как только мы на этом ролике набираем 1500 человек, сразу же выходит новый ролик. Да. А так что как-то вот так вот. Если что, ссылочка на лаунчер будет в описании. Я играю на сервере Nano. Если кто не понял, это вот на Nano. Вот вы нажимаете вызовиться, высаживаетесь и прям все четенько. В общем, на этом, ребята, все. С вами был Домер. Также сегодня со мной был... так, это ФПГ. Также был Куку. Ёпта, это наш... А, не, это не Куку. Также был Рокорок. Чёма. Ну, да, в общем, ребят, теперь точно можно заканчивать. Всем ахавидарчи, друзья, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить... Ой, я ударился. Новые видеоролики. И пишите в комментариях, хотите ли вы ролики с мамой и 1500 лайков и новый ролик. Всем ахавидарчи, друзья, всем пока.